Тюменец стал чемпионом Европы по спортивной аэробике. Данил Чиюн выступил в составе сборной России в итальянском городе Анкона. Там наша мужская сборная из 8 человек одержала победу сразу в двух категориях – аэроденс и аэростеп. Теперь в копилке тюменца уже 7 золотых медалей в соревнованиях такого уровня. Сейчас Данил готовится к чемпионату мира. Удерживать всегда сложнее, чем завоевывать в первый раз. То есть ты, когда завоевываешь, ты просто что-то делаешь, тебе говорят, и потом получается золото. То есть ты как бы не ожидаешь его. А тут тебе нужно не упасть ни перед твоими болельщиками в глазах, ни перед судьями, показать, что ты остался на том же уровне. Причем программа меняется, но ты должен ее предоставить так, чтобы тебя не оценили хуже, что все-таки та была программа лучше. Нет, ты должен сделать еще лучше той с новой программой.